Гостиницу, где в свое время останавливались Мирхольд, Хрущев и Фидель Кастро, закроют на реконструкцию. За 9 десятков лет здание центральное изрядно обветшало. Памятник архитектуры изношен на 80% и срочно нуждается в обновлении. Как он преобразится, сегодня обсуждали участники градостроительного совета города. По словам проектировщиков, при реконструкции в первую очередь нужно сохранить исторический облик памятника архитектуры. Это образец рационального модерна. По сути, измениться должна только начинка. Тут поменяют деревянные перекрытия, достроят мансардный этаж, офисные помещения уберут, а количество номеров увеличат. Реконструкция должна добавить гостинице еще пару звезд к трем существующим. Камнем преткновения стал выбор стилевого решения. Архитекторы предложили 4 варианта. Сохранение существующего ансамбля, использование витражного остекления и терракотовых панелей, сталинская архитектура, отделка из натурального камня, либо постмодернистический стиль. К единому мнению градсовет не пришел, поэтому концепцию доработают. Вопрос локальной градостроительной ситуации в районе этой площади, которая действительно формируется уже несколькими существующими высотными зданиями. И то, как новое здание будет вступать в какие отношения с ними. Здание стоит по оси улицы Карла Либкнехта и замыкает ее по сути. И, соответственно, это требует какого-то ответа на вопрос доминирующего положения этого здания.